Книга «Открытым оком», том 7, тема «Промысл Божий», вопрос 1983. В каких случаях ничего не нужно предпринимать, но во всем положиться на одного Бога? А где нужно что-то предпринимать, как та лягушка в кринке с молоком? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Где явно, что силы не равны, и любая попытка изменить ситуацию совершенно ничем не поможет, тут отменно нужно положиться на Бога и выложиться в этой надежде в жаркой молитве, пробившись через мрак отчаяния. Но и тогда в житейском пламени нужно находить мудрые решения выхода из создавшейся катастрофы. Деяния, 27 глава, 19 стих. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Давид, 26 декабря, кавычки открыты. Первосвященник хотел сопровождать царя с ковчегом завета, но Давид сказал первосвященнику, кавычки открыты, «Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, кавычки открыты, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно, кавычки закрыты».